بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые братья и сестры мусульмане, Аллах свят Он и велик, Господь миров велик. Господь миров, мои братья и сестры, Он Аль-Азим, Аль-Джаббар, Ар-Ракиб, Аш-Шакур, Аль-Халим, Аль-Вадуд. Аллах свят Он и велик, совершенен. Нет никого и нет ничего подобного Аллаху свят Он и велик. Аллах велик. У Него свят Он и велик самые прекрасные имена, атрибуты и качества. Абсолютно, абсолютно все совершенство у Аллаха свят Он и велик. И Аллах свят Он и велик. Если человек сможет построить связь с Аллахом, если сможете установить связь с Аллахом, свят Он и велик, то поистине вы получите нечто очень и очень драгоценное. Если вы сможете заставить свои сердца познать Аллаха и осознать, кем же на самом деле является Аллах, свят Он и велик, то в действительности вы достигнете того, с чем никогда не сравнятся небеса, земля и все, что в них. Мои братья и сестры, целью нашей жизни, целью этих 60-70 лет, которые вы проживаете на этой земле, не является накопление денег, не является строительство небоскребов и соревнования в высоте этих зданий. Целью нашей жизни не является покупка красивой машины, хорошего компьютера, хороших часов или хорошей одежды. Мы здесь, чтобы познать Аллаха. Мы здесь, чтобы поклоняться Аллаху. Мы здесь, чтобы построить веру в наших сердцах, чтобы построить убеждения в наших сердцах, чтобы встретить Аллаха в судный день с чистыми и здоровыми сердцами, полными веры в Аллаха, полными надежды на Аллаха, свят Он и велик. И Аллах, свят Он и велик, говорит в Коране: «Мои братья и сестры, клянусь Аллахом, нам всем надо понять, каждый из нас должен понять, что ваш намаз, ваш закят, ваш хадж, ваша умра, ваш пост, все эти виды поклонения, которые вы выполняете, вы идете в мечеть, возвращаетесь в мечеть, изучаете религию, посещаете лекции, сами советуете кому-то что-то из религии. Целью всего этого должно быть исправление вот этого сердца. Делать все это нужно, чтобы очистить это сердце, чтобы оно стало сердцем, которым доволен Аллах, свят Он и велик, сердцем, которое знает Аллаха. В тот день, в день суда, ни деньги, ни дети, ничто не поможет тебе, кроме здорового сердца, с которым ты встретишь Аллаха. Кроме сердца, которое познало Аллаха. Как вы можете любить Аллаха, свят Он и велик, если вы не знаете Его? Как вы можете построить отношения с тем, кого вы не знаете? Как вы можете поднять руки и взывать к Нему, свят Он и велик, если вы не знаете Его атрибутов и качеств? Если бы вы знали Аллаха, клянусь Аллахом, братья и сестры, если бы мы знали Аллаха, мы бы были совсем другими людьми. Если бы мы знали атрибуты Аллаха и Его качества, клянусь Аллахом, ваша связь с Аллахом была бы совсем другой. Ваши отношения с людьми были бы совсем другими. Именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам в хадисе, что у Аллаха 99 имен. 99 имен. И тот, кто может, кто знает эти имена, кто верит в них, полагается на них, посредством них взывает к Аллаху, любой, кто знает эти имена, у кого они в сердце и вера в них крепка, то поистине он войдет в джанну, поистине он войдет в рай.
Все мы утверждаем, что верим в эти имена, что это очень легко для всех, кто здесь. А если я спрошу у вас, кто-нибудь из вас знает имя Ар-Ракиб? Вы знаете имя Аш-Шакур? Вы знаете имя Аль-Халим? Вы знаете имя Аль-Вадуд? Мы все ответим, да, конечно, я слышал эти имена прежде. Я читал Коран. О чем ты говоришь, брат мой? Брат мой, клянусь Аллахом. Это не говорит о том, что у тебя полная вера. Полная вера — это то, что видит Аллах в твоем сердце, и все то, что говорят о тебе твои дела. Что дела говорят о тебе? Вот почему в суде мы обычно должны предоставить доказательства. В судный день Аллах, Свят Он и Велик, потребует привести доказательства вашей веры, доказательства вашего имана. Если вы знаете Аллаха и знаете Его атрибуты, у вас будут хорошие отношения с Аллахом. Ваши отношения с Аллахом будут такими же, как и ваши знания о Нем. Сегодня же мы хотим, братья и сестры, чтобы вы покинули этот зал совершенно другими. Если вы выйдете из этого зала такими же, какими пришли, то это будет нашим провалом. Мы хотим, чтобы вы все покинули этот зал другими людьми. Сегодня, иншаллах, мы будем говорить о четырех именах Аллаха, а у Аллаха 99 имен. Сегодня это пример. Сегодня как трейлер фильма, чтобы завлечь людей. Если вы знаете одно имя Аллаха, клянусь Аллахом, если вы сможете установить связь хотя бы с одним именем Аллаха, клянусь Аллахом, это лучше для вас, чем сокровища небес и земли. Одно имя Аллаха. Сегодня мы постараемся разобрать четыре имени. Сегодня мне дали задание, тяжелое задание. Я должен поговорить с вами об одном из имен Аллаха, Свят Он и Велик, а именно Ар-Ракиб. Ар-Ракиб, Свят Он и Велик, мои братья и сестры, это наблюдающий. Тот, кто видит нас. Где бы вы ни находились, вы можете спрятаться от людских глаз, убежать. Вы можете спрятаться за занавесками, спрятаться в здании, спрятаться в комнате. В ваше сердце даже может зайти мысль о том, что никто на свете не сможет найти вас, никто не узнает о вас. Но, валлахи, мои братья и сестры, вы никогда и нигде не сможете спрятаться от Аллаха, Свят Он и Велик. Где вы собираетесь спрятаться от Аллаха, Свят Он и Велик? Аллах, Свят Он и Велик, бросает нам вызов. Аллах, Свят Он и Велик, говорит нам с вызовом, если вы несчастливы с религией Аллаха, если вы недовольны этой системой, тогда покиньте мое королевство. Если вы несчастливы с Господом, если вы недовольны этой системой, если власть Аллаха не доставляет вам счастья, то покиньте небеса и землю, покиньте мое королевство, покиньте созданное мною. Куда вы собираетесь отправиться? Куда бы вы ни ступили, Аллах знает о вас все, знает, что внутри вас и что снаружи. Мы ближе к тебе. Аллах говорит, мы ближе к вам, чем яремная вена. Ваша яремная вена. Мы ближе к вам, чем она. Аллах, Свят Он и Велик, слышит вас. Аллах, Свят Он и Велик, видит вас. Аллах, Свят Он и Велик, знает вас полностью, досконально. Аллах, Свят Он и Велик, знает о ваших тайнах и о том, что еще более скрыто, чем тайны. Аллах, Свят Он и Велик, видит вас во тьме ночи. Аллах видит вас, когда вы за закрытыми дверями. Так что прежде, чем кто-то из вас скажет, клянусь Аллахом, я знаю, что значит имя Аллаха Ар-Ракиб. Я знаю, что Аллах наблюдает за мной. Я знаю, что Аллах наблюдающий. Посмотрите на ваши дела. Мои братья и сестры, есть признаки, которые подтверждают, что человек познал имя Ар-Ракиб и придерживается связи с Ар-Ракибом. Нам нужно увидеть эти признаки, понаблюдать за ними. Нам нужно сделать мураqaba. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам, да благословит его Аллах и приветствует, когда Джибриль, мир ему, пришел к нему. Аллах использовал Джибриля, чтобы тот обучил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы об этом узнала вся умма, что надо достичь степени искренности, чтобы мы хотели достичь этого высокого уровня. Такой человек, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, описывает нам, как надо поклоняться. Искренность — это когда ты поклоняешься Аллаху так, словно ты видишь Его. И если ты не видишь Его, то как минимум Он тебя видит. Всегда, каждое мгновение. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране. Ты
Разве ты не видишь, что Аллах знает обо всем, что на небесах и на земле? Не бывает беседы между тремя людьми, где бы Аллах не был четвертым. Не бывает беседы между пятью, где бы он не был шестым, свят он и велики. Будь количество говорящих больше этого или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. В судный день Аллах позволит нам понять, что Он был с нами. Когда вы думали, что Аллах не с вами, когда шайтан убедил вас спрятаться за закрытыми дверями и ослушаться Аллаха, Аллах, Свят Он и Велик, покажет вам в судный день, что Он был там. Аллах, Свят Он и Велик, покажет вам в судный день, что Он слышал вас, Он видел вас, так что вы не могли спрятаться от Него. Аллах, Свят Он и Велик, знает все. Аллах знает обо всем, что входит в землю. Аллах, Свят Он и Велик, знает обо всем, что выходит из земли. Аллах знает обо всем, что выпадает с неба. Аллах, Свят Он и Велик, знает обо всем, что восходит к небу. Где бы вы ни были, Аллах, Свят Он и Велик, с вами. Аллах, Свят Он и Велик, видит вас. Мои братья и сестры, все мы сами сможем быть судьями наших сердец. Мы все можем отчитывать себя. Каждый из нас нуждается в том, чтобы отчитать свое сердце, прежде чем Аллах подвергнет его суду в день воскресения. Умар, да будет доволен им, Аллах сказал нам всем. Спросите себя, прежде чем спросят с вас. Взвесьте все свои дела, прежде чем Аллах положит их на весы. Я спрашиваю вас, мои братья и сестры, если вы на самом деле познали имя Ар-Ракиб, если кто-то на самом деле верит, что Аллах наблюдает за ним каждую секунду его жизни, то как он может прятаться, закрыв двери и ослушиваться Аллаха? Мои братья и сестры, мы стесняемся совершать грехи публично. Иногда человек чувствует стыд из-за того, что совершил какой-то проступок публично. Он хочет выпить алкоголь. Хочет посмотреть на что-то запретное, хочет послушать что-то запретное, хочет вступить в запретный разговор. Так что же этот молодой человек делает? Что делает эта девушка? Они уходят, закрыв за собой двери. Они прячутся от глаз людей, которые опозорят их, и ослушаются Аллаха. Они совсем не думают. Даже не задумываются, что Аллах, Свят Он и Велик, следит за ними. И, к сожалению, им не стыдно перед Аллахом. Все мы не стыдимся Аллаха, братья и сестры, кроме тех, которых уберег Аллах. Нам не стыдно ослушиваться Аллаха, Свят Он и Велик. Нам не стыдно от того, что Аллах смотрит на нас. Нам не стыдно перед Ар-Ракибом. Поэтому вы чувствуете себя комфортно, смотря за закрытыми дверями на что-нибудь недозволенное. И никто вас там не сможет увидеть. Клянусь Аллахом, если кто-то зайдет в комнату, вы тут же отключите то, что вы смотрели. Вы тут же закончите ваш запретный разговор. Однако, если вы в безопасном месте, знаете, что никто не может прийти ко мне, никто не увидит меня, никто не разоблачит меня, в этом случае мы не вспоминаем, что Аллах, Свят Он и Велик, видит нас. Как человек может заявлять, что познал имя Аллаха Ар-Ракиб, Свят Он и Велик, когда он, будучи наедине с самим собой, не стыдится Аллаха? Значит, вы не подчиняетесь Аллаху. Человек совершает зина, прелюбодеяние, прячется за закрытыми дверями, укрывается от глаз людских. Но Аллах, Свят Он и Велик, видит его. Аллах, Свят Он и Велик, наблюдает за ним. Как кто-то может ослушиваться Аллаха, когда его сердце полно иманом, веры в то, что Аллах наблюдает за ним? Как такое может быть? Как может быть такое, что кто-то куда-то крадется, его никто не видит, но он знает, что Аллах, Свят Он и Велик, видит его?
Как вы можете говорить, что познали имя Ар-Ракиб, заявлять, что познали, что он свят, он и велик, наблюдающий? Один из подвижников сделал нечто удивительное. Пожалуйста, пожалуйста, задумайтесь над этими словами. Возьмите эти слова сегодня вечером к себе домой. Этот сподвижник, да будет доволен им Аллах, сподвижник, который познал Аллаха, установил связь с Аллахом. Он рассказывает про человека, который скрылся от людских глаз. Он укрылся за закрытой дверью. Он скрывается от взоров людей для ослушания Аллаха, чтобы совершить грех. Неважно, какой величины грех, прелюбодеяние, распивание спиртного, кража, никто не может видеть его. Так вот, этот человек совершает грех, который тяжелее, чем тот грех, который он непосредственно делает. И этот грех, который гораздо тяжелее греха, который он уже совершил, заключается в том, что человек недооценивает, пренебрегает тем, что Аллах видит его, недооценивает взор Аллаха. Он стесняется людей, которые не могут ему ни навредить, ни принести пользу. Вы боитесь людей, вы боитесь того, что другие увидят, что вы совершаете запретное. Вы боитесь, что они разоблачат вас, и вы боитесь скандала. Вы прячетесь, но вы не боитесь, вы не стесняетесь взора Аллаха. Вам все равно, что Аллах смотрит на вас. Вам не стыдно перед Аллахом. Вы продолжаете пользоваться теми милостями, которыми наделил вас Аллах и которыми Он облагодетельствовал вас. Аллах благословил вас, дал вам возможность думать, планировать, шевелить вашими губами. Аллах даровал вам возможность видеть, слышать, ходить. Обладая таким благословением от Аллаха, обладая Его милостями, вы ослушиваетесь Его. Вам не стыдно, что Он вас видит, зато вы боитесь людей. Этот сподвижник сказал, что данный человек преуменьшает значимость того факта, что Аллах видит его. Его не заботит взор Аллаха. Для него это не важно. Ему не стыдно перед Аллахом. Эта болезнь в его сердце страшнее, чем тот грех, который он совершает. Я хочу, чтобы вы взглянули на свою жизнь, на самих себя. Когда вы одни, когда вы остаетесь наедине, только Аллах свят, Он велик, и вы, в этот момент вы остаетесь таким же человеком, каким вы бываете, находясь среди людей? Это очень смелое заявление. Все люди говорят в общем. Они захотят подтвердить это заявление. Я спрашиваю тебя, брат мой, наедине с самим собой ты такой же, как когда бываешь на людях? Ты скажешь, да, брат, для меня все равно нахожусь я среди людей, или же я наедине с собой. Я ни перед кем из людей не меняю свой характер. Но если вы на самом деле посмотрите на суть происходящего, вы увидите, что все обстоит не так. Многие из нас становятся на людях совершенно другими по сравнению с теми моментами, когда они остаются один на один с Аллахом Свят Он и Велик. Сейчас я приведу вам небольшие примеры. Когда вы молитесь, мой любимый пример, я хочу, чтобы вы представили себя сегодня ночью. Я прошу каждого зрителя в этом зале. Сегодня большое событие в Дохе. Маша Аллах, собрались сотни людей, здесь шейхи. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы возглавили молитву. Я хочу, чтобы вы стали имамом. Что с вами будет в этот момент? Ваше сердце начнет... Некоторые из вас, может быть, вообще не имеют опыта быть имамом в молитве. Вы никогда не возглавляли молитву. Но я вам скажу, что я был имамом. Когда вас толкают вперед перед джамаатом, перед общиной и просят возглавить намаз, ваше сердце начинает биться. Сердца многих начнут стучать. Вы начинаете напоминать себе, что случилось. Да все нормально. Я молюсь перед Аллахом. Вы начинаете напоминать себе. Аллах — это Аллах. Аллах не изменился. С Магриба до Иша. Я молюсь тому же Аллаху. Когда я выстаиваю сунну дома, я молюсь тому же Аллаху. Но теперь тот страх, который у вас, это не страх перед Аллахом. Это не беспокойство о том, что Аллах видит в вашем сердце. У вас появился страх о том, что о вас подумают люди. Правильно ли мое чтение? Красивый ли у меня голос? Не сделал ли я ошибок во время намаза? Я хочу, чтобы вы возглавили какой-нибудь намаз. Пусть даже это будет намаз с вашей женой. Я спрошу вас прямо. Когда вы молитесь джамаатом, когда вы молитесь перед людьми, ваш намаз такой же, какой вы совершаете, будучи один? Когда однажды вы встали поздно на фаджр, никто не мог вас видеть. Время поджимает, скоро начнется ваша работа, и вы должны помолиться быстро. Вам нужно быстро идти на работу. Этот намаз, который вы выстаиваете, или суннат намаз до фаджра, который вы совершаете дома, все эти намазы вы совершаете одинаково? Вы делаете те же самые действия и те же самые движения? Точно такие же, когда вы стоите перед Аллахом, и люди видят вас? Большинство из вас почувствует, что есть разница. Вы увидите, что ваше сердце поменялось. Знаете, о чем это говорит? Это знак того, что этот юноша или эта девушка не познали имя Ар-Ракиб,
Потому что на состояние того, кто знает имя Ар-Ракиб, люди не могут повлиять. Такому человеку все равно, что о нем думают люди. Его заботит то, что Аллах наблюдает за ним. Аллах с ним, когда тот наедине и когда тот на людях. Аллах с вами, когда вы один. Аллах, Свят Он и Велик, может видеть вас. Аллах видит все, что происходит внутри вас. Аллах видит, как в ваше сердце поступает кровь. Наши юноши, наша молодежь. Мы все знаем, машаллах, что в наше время распространились такие отношения, где каждый юноша мечтает о любовной истории. Хочет пойти по стопам Ромео. Он начинает завязывать отношения. Они незаконные. Родители девушки не знают об этом. Он начинает говорить с ней, сидеть в чате. Это очень-очень-очень распространено. Он прячется от родителей. Его друзья не знают об этом. Он не хочет, чтобы все это вылезло наружу. Он не хочет, чтобы ее родители узнали. Она не хочет, чтобы ее родители узнали. Но вот о чем они забыли, так это то, что Аллах, Свят Он и Велик, смотрит за ними. Клянусь Аллахом, если бы они познали Ар-Ракиба, клянусь Аллахом, если бы они познали Ар-Ракиба, Свят Он и Велик, они не смогли бы проделывать такое. Клянусь Аллахом, если бы вы познали имя Ар-Ракиб, вы бы не списывали на своих экзаменах. Клянусь Аллахом, если бы вы знали Ар-Ракиба, вы бы не мошенничали на работе, вы бы ни у кого не крали на работе. Клянусь Аллахом, если бы вы познали имя Ар-Ракиб, вы бы не сплетничали. Вы бы не хотели впадать в грех, вы бы не хотели впадать в харам, потому что вы знаете, что Аллах, Свят Он и Велик, наблюдает за вами. Вы знаете, что Аллах, Свят Он и Велик, может видеть вас. Если мы сможем наладить связь с этим именем, сможем ощутить мураqabu, это чувство, что Аллах с нами, оно будет контролировать всю вашу жизнь, оно овладеет нами. Это чувство, которое победит вас, будет указывать вам правильное направление в этой дунье. Неважно, есть ли здесь люди или людей нет, я знаю, что Аллах является Ар-Ракибом, наблюдающим за мной. Молодой парень, маша Аллах, мы все знаем, когда проходит молодая девушка, я имею в виду, она проходит перед группой людей. Ты, наверное, думаешь, да, я не буду смотреть прямо перед всеми, я не выявлю себя. Я посмотрю так, что никто не заметит. Я подожду удобного момента, когда никто не смотрит. Когда никто не видит меня, в этот момент я брошу мимолетный взгляд. Знаете, такой быстрый взгляд. Никто не может этого заметить. Этот взгляд, этот мгновенный взгляд, его не смогут уловить даже люди, окружающие тебя. Аллах, Свят Он и Велик, увидел тебя. Поэтому Аллах сказал, что Он видит предательство наших глаз. Ваши глаза предают людей. Они предают Аллаха, предают людей, окружающих вас. Никто не может увидеть это, но Аллах увидел вас. Если вы познаете имя Ар-Ракиб, если вы построите связь с этим именем, то такого в вашей жизни никогда не случится. Вы не сможете ослушаться Аллаха, Свят Он и Велик, как наедине, так и перед людьми. Если вы познаете имя Ар-Ракиб, то в ваших отношениях с вашей женой, с вашей семьей, со всеми, вы будете вести себя одинаково, будь то наедине или на людях. Потому что вы сформировали эту связь с Аллахом. Если вы познаете имя Ар-Ракиб, то ваш намаз изменится. Изменится смиренность в молитве. Сегодня мы говорим «Аллаху Акбар», мы мусульмане, мы муахиды. Я молюсь 5 раз в день. О какой молитве вы говорите? Клянусь Аллахом, если вы познаете имя Ар-Ракиб, ваша молитва изменится. Сегодня мы говорим, мы молимся. Но клянусь Аллахом, Аллах лучше знает, что мы делаем. Мы говорим, наша молитва — это поминание Аллаха. Но на самом деле с таким намазом нам надо у Аллаха просить прощения. Мы говорим, что «Маша Аллах, мы молимся и уделяем свое время Аллаху». Клянусь Аллахом, на самом деле ваши сердца сконцентрированы в этот момент на дунье, кроме тех, кого уберег Аллах. Если мы сможем выстроить отношения с Аллахом, это имя Ар-Ракиб будет направлять вас по прямому пути в этой жизни. Теперь вопрос, как же нам выстроить это отношение и наладить связь с Аллахом? Как я перед своими глазами смогу воздвигнуть имя Аллаха Ар-Ракиб? Если вы действительно хотите построить связь с Ар-Ракибом, то, во-первых, вы должны постоянно напоминать себе, когда бы вы ни остались наедине с самим собой, напоминайте себе. Аллах, Свят Он и Велик, наблюдает за тобой. Напомните себе. Аллах, Свят Он и Велик, наблюдает за тобой. Когда бы вы ни говорили, напомните себе, Аллах слышит меня. Куда бы и на что бы вы ни смотрели, напомните себе. Аллах, Свят Он и Велик, видит, куда я смотрю и на что я смотрю. Когда к вам приходят какие-то мысли,
Знаете, Аллах знает, что происходит внутри вас. Чем больше вы говорите себе об ар-ракибе, чем больше вы напоминаете себе «ар-ракиб» значит «наблюдающий», тем сильнее вы будете строить эту связь. Тем сильнее это имя будет менять вашу жизнь. Когда вы произносите дуа, одна из целей нашей сегодняшней ночной встречи — научиться правильно просить у Аллаха. Просите именем ар-ракиб, чтобы он сделал так, чтобы вы поступали в соответствии с вашими знаниями. Просите именем ар-ракиб, чтобы он сделал ваши дела, когда вы остаетесь наедине такими же, как если бы вы находились перед другими. Просите ар-ракиба, чтобы он сделал так, что мысли о том, что Аллах Свят Он и Велик видит вас, будут беспокоить вас больше, чем мысли о том, что скажут люди. Ищите помощи посредством имени Всевышнего ар-ракиб. Ищите помощи посредством имени Всевышнего Аллаха ар-ракиб, и Аллах Свят Он и Велик поможет вам. Аллах Свят Он и Велик будет рядом с вами. Аллах Свят Он и Велик укажет вам правильный путь. Аллах щедрый, аль-карим, Он никогда не откажет вам. От вас же требуется продолжать стучать в Его двери. Сегодня, братья и сестры, мы все должны... Все, кто находится здесь, мы должны обещать Аллаху: «О Аллах, я сделаю все, что я могу. О Аллах, я продвинусь вперед, пусть даже на маленький шаг, на детский шаг, к тому, чтобы познать Аллаха, к тому, чтобы построить связь с наблюдающим, ар-ракибом. О Аллах, я обещаю, что с этого момента я никогда не буду пренебрегать тем, что ты смотришь на меня. Я никогда не буду недооценивать или считать незначительным твой взгляд на меня. О Аллах, теперь, с этого момента я осознал, я узнал, я знаю, что ты самый важный, ты самый великий, о Аллах. Я никогда не буду ставить кого-либо перед тобой или бояться кого-то больше, чем тебя. Если мы дадим сегодня это маленькое обещание, мы сделаем огромный шаг навстречу Аллаху Свят Он и Велик. Поэтому я прошу Аллаха Свят Он и Велик, чтобы Он сделал нас из тех, кто воплощает в жизни все, что услышал.